В среду, 2 июля, временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Алексей Кокорин и исполняющий обязанности губернатора города Севастополя Сергей Миняйло подписали соглашение между правительством Курганской области и правительством города Севастополя о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах. Наш регион сейчас активно занимается не только подыскиванием инвесторов, но и налаживанием вот таких стратегических взаимовыгодных партнерских отношений с другими субъектами Российской Федерации. Мы, как никто, заинтересованы в подписании соглашения, в том числе и с городом Севастополем. Почему? Потому что это один из двух новых субъектов Российской Федерации. Но новых это относительно. Мы просто считаем, убеждены, что восторжествовала историческая справедливость, и мы снова вместе, одна великая страна. В свою очередь, исполняющий обязанности губернатора города Севастополя Сергей Миняйло сказал. Понимание процесса есть. Я не зря сказал, что есть чему поучиться. Почему? Потому что в других субъектах Российской Федерации, в том числе и в Курганской области, там есть хорошие начинания в вопросах жилищно-коммунального хозяйства, в вопросах использования там природных ресурсов и всего остального. Глава Курганской области поблагодарил Сергея Миняйло за теплый прием в ходе рабочей встречи и рассказал о приоритетных сферах инвестиционной деятельности на территории Курганской области, особо выделив промышленность, сельское хозяйство, строительство, туризм и природные ресурсы. В состав делегации, помимо членов правительства нашего региона, вошли представители ведущих предприятий. Это Курганстальмост, Кургандурмаш, КАВС, Уральский оптико-механический завод, которые готовы поставлять свою продукцию в Севастополь. В Зауралье работает уникальный медицинский центр имени академика Елизарова, в котором могут лечиться жители Севастополя. А комбинат «Синтез» выпускает качественные медицинские препараты. Предприятия и организации Курганской области хотят участвовать в тендерах на получение заказов города Севастополя. Со своей стороны, Севастополь готов помочь нашему региону в налаживании и развитии сотрудничества в сфере военно-патриотического туризма, организовывать отдых детей и взрослых в здравницах, предложить услуги по перевозке грузов по морю, поставлять качественные вина. В ходе встречи принимающая сторона проявила интерес к приобретению техники и сельхозпродукции, производимой в нашем регионе. Курганская область на самом деле славится очень машиностроением. Это и автобусный завод, это и Дормаш, это и Корвет, и много-много других предприятий, которые практически во всем спектре выпускают машины для народного потребления, для жилищно-коммунального хозяйства, для перевозок, для транспортных перевозок и так далее. Поэтому мы убеждены, что при более конкретном сотрудничестве мы обязательно будем обмениваться и товарами, и друг другу всячески помогать. Курганская область оказалась в числе первых регионов, подписавших соглашение с Севастополем. Светлана Епифанова, Светлана Пестерева, информационное агентство «Курган.ру».